Самый ценный подарок в вашей жизни? Семья. Это интервью в конце прошлого года дал телеканалу «Химки ТВ» актер и режиссер Георгий Сухоруков. Жителям округа он известен как ведущий мероприятий и аниматор для детей. А любители спорта знают его как талисмана баскетбольной команды. Ни одна игра не может обойтись без яркого и активного ежика, который вдохновляет команду и развлекает зрителей. Ну а после работы Георгий – отец большого семейства. Дома его ждут жена и трое детей. В Международный день семьи мы пришли в гости к семье Сухоруковых, чтобы понять, как сохранить любовь и гармонию на протяжении 15 лет. Ребята, коктейль! Трое детей превращают размеренную жизнь в калейдоскоп разных активностей. Дистанционное обучение, развивающие занятия, спорт два раза в день. В режиме самоизоляции семья находится вместе 24 часа в сутки. Уложили спать в 10 часов, потом пока приготовили, убрали, постирали, разобрали, ложишься спать 11 часов, в 12 часов ночи первый приходит, потом в час ночи второй приходит, пока их разложили по кроватям, потом приходит третий, потом под утро они все под кроватью, а потом уже 7 утра вставать пора. Управиться с таким большим и шумным семейством далеко не просто, признаются родители. Секрет в четком следовании распорядку. День в семье Сухоруковых расписан до мелочей. Вот, это с младшим мы сделали, вот, кстати, расписание, а сейчас у нас начинается со старшим тренировки. Род деятельности отца наложил отпечаток на всю семью. Вот старший Ярослав выполняет упражнения с мячом. В обычные дни он посещает баскетбольную секцию, но в разгар пандемии тренируется дистанционно. А одно из любимых развлечений младших – играть с талисманом БК «Химки». В карантине заветный костюм не пылится в кладовке, а становится атрибутом игры. Самый распространенный сценарий – спрятаться в шкафу, а потом устроить по дому небольшой забег. Георгий рассказывает, за полтора десятка лет было многое – и взлеты, и падения, и моменты недопонимания. Но спасает умение договариваться и совместно решать все проблемы. Самое главное, что любовь, любить надо, любить. Как бы ни было тяжело, как бы… Мне просто повезло в жизни, мне жена замечательная, она все делает, все решает, она главная, ее самое главное – слушаться, все будет хорошо. Мы сошлись с одного, что мы оба любим ее, поэтому очень хорошо. Сейчас для всей страны нелегкое время. Многие сталкиваются с финансовыми проблемами и ситуацией полной неопределенности. Однако самое время вспомнить о том, что пережить любой кризис можно только вместе, в доверительной и теплой атмосфере семьи. Ксения Брагина, Алексей Сыченко, новости Химки ТВ.